Временное закрытие движения транспорта на участке дороги проспект Яковлева, улица Ашмарина в столице республики в связи с масштабной реконструкцией вызвало большое недовольство горожан. В социальные сети наводнили фотографии и видеоматериалы о больших заторах на Игорском бульваре в районе Южного поселка. Можно ли избежать пробок и когда начнется хотя бы ограниченное движение на этом участке? В материале нашего корреспондента. Многочасовые пробки, опоздание на работу. Со всем этим пришлось столкнуться чебоксарцам. Выехать с Новоюжного района по утрам практически невозможно. Кислород не прикрыли. А за какой промежуток времени на работу доезжаете? По-разному. А самое больше сколько времени уходит? Первый день 2 часа. А сейчас? Конечно, водители нашли выход для себя и стали по дворам объезжать пробки. Но тут забеспокоились жильцы. Выпускать детей на прогулку стало опасно. В отдельных местах поставили даже самодельные баррикады. Со школы вообще мы не можем. Как трасса едет. Эту дорогу нам сделали, чтобы мы ходили, а сейчас прыгаем прямо в траву. Нельзя, ни в коем случае нельзя. Нельзя этого делать. Мало ли, пожар, чего там, скорая помощь, должны проехать быстренько. Но большинство горожан все же понимает, реконструкцию затеяли не ради нее как таковой, а для того, чтобы увеличить пропускную способность узкого участка дороги на выезде из столицы. Надо ремонт делать. Там же А то, что тут пробки образуются, вот родители возмущаются. Откуда денешься теперь от этого? Еще бы один заезд сделали в Чебоксар, было бы лучше. Договор подряда подписан. Бюджетные средства выделены. Временные трудности в данном вопросе неизбежны. В связи с тем, что объем работ очень большой, сроки очень сжатые и также очень есть ряд очень сложных работ. Еще раз говорю, что это была вынужденная мера. То есть без этого никак, в связи с тем, что сроки работы ограничены. Основные работы по перекладке коммуникаций, в том числе и для речки Кукшумки, строители спешат сделать до зимы. Когда появится снежный покров, можно будет частично пустить общественный транспорт.